самом деле сегодня посмотрели на все актуальное, что есть сейчас в повестке дня. Потому что мы, с одной стороны, сверили часы, какое регулирование у нас, как устанавливается доминирующее положение, как определяются рынки, да, как выявляются правонарушения в сфере телекома, благо дел очень много, и мы даже ретроспективно поглядели, как было, как стало и как, может быть, будет. Второе, естественно, мы не могли обойти вниманием и цифровые рынки, и поговорили еще раз в практической точке зрения про кейсы, которые были сейчас недавно, про пятый антимонопольный пакет, про базу данных, посмотрели, какие есть сложности, юридически подискутировали. Наши экономисты, которые были в нашей панельной сессии, посмотрели и предложили свой взгляд с точки зрения экономистов. Я думаю, что мы смогли за этот короткий промежуток времени очень плодотворно провести дискуссию, и мне кажется, что эта дискуссия с мостиком на будущее.